пятерку самых популярных морских курортов. В октябре, кроме Анапы, также вошли Ялта, Сочи, Алушта и Феодосия. В Анапу отдыхающие отправляются на самый длительный срок, в среднем на 10 дней. А средние затраты семьи на проживание в сутки в нашем городе составили 1520 рублей. Пятерку экскурсионных городов в межсезонье составили Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск и Нижний Новгород.